вівторок вихідний, до речі, не понеділок, як зазвичай в музеях. Добре, що сьогодні неділя. Ми нарешті потрапили в цей музей. Доброго дня вам. Доброго дня. Як вас звуть? Мене звуть Юлія, я научний сотрудник в цьому музеї. Я Оксана. Ми з Франківська приїхали до вас, до вашого палацу Потоцьких, з нашого палацу Потоцьких, подивитися, порівняти, як воно виглядає. Це справді палац Потоцьких? Бо ваш директор колись розповідав, що не зовсім. Этот дворец строит дочь, младшая дочь Потоцьких, когда она выходит замуж. То есть у Потоцьких, да, было в браке пятеро детей, трое сыновей, две дочери. Вот младшая дочь, это 1823 год, она выходит замуж за Льва Нарышкина, и здесь семья проживает около 20 лет. Здесь бегала их дочка, у них была одна дочь, София, в честь бабушки, красавицы бабушки. Нашей усадьбе получается 190 лет. И учитывая, что нашей Одессе 225 будет в этом году, то это одна из самых старинных усадеб Одессы. Усадьба, которая сохранилась, в которой сохранились оригинальные интерьеры. Сейчас это центр города, раньше это было уже за чертой города. И наша усадьба находится на самом склоне, на самом обрыве. И вот когда она строилась, под обрывом плескалось море. Это было очень романтичное место, действительно. Вот. И ну, сейчас уже нету этого, сейчас уже там улица, уже порт, море уже ушло. Но вот находясь внутри нашего дворца, можно представить, как это было. Вот. И в нашем дворце сохранились такие тайны, сохранились легенды. Да, у нас есть, мы его называем волшебный грот, подземный грот, это пещера, которая сделана наподобие естественной пещеры. Там когда-то был водопад. Вот сейчас туда мы водим экскурсии. Вот. И это такая одна из тайн, из загадок. Вообще здание хранит тайны и загадки. Мы не на все загадки знаем ответы. Это, ну... Вулиця не випадково Софіївська називається, так? На честь цієї саме пані Софії. Діло все в тому, що рядом була сусідня усадьба. І та усадьба навіть старша, ніж наша усадьба. І от іменно та усадьба принадлежала Софії, от мамі старшій Софії. От потім, після смерті Софії, вона принадлежала її сину Олександру Потоцькому, да, брату нашої Ольги. Ну и вот есть тоже такая красивая легенда, что наши две усадьбы соединяет подземный ход. Ага. Да, и часть этого хода можно как раз увидеть у нас в гроте. Вот у нас в этом году юбилей, 120 лет нашему музею, и музей, в принципе, не закрывался. Музей пережил две войны, музей пережил революцию, и, в общем, мы можем и сейчас туда войти, увидеть эти замечательные произведения, которые были собраны, пройти по этой усадьбе, прикоснуться еще к тому времени, потому что кое-что из интерьеров сохранилось. Вот такая вот у нас усадьба. Раз можем, значит, сделаем это. А какие у вас останнім часом приплив туристов, скажем? Как часто приходят люди? Люди приходят. Люди приходят все время, и туристы. Это памятник посетителю музея. Бачу, що приходять до вас і місцеві також. От одесити приходять на екскурсії. З дітьми приходять дуже багато. Так круто. Да. Тут перший этаж он був для гостей, а второй этаж був вже для хазяїв. Ольга Розкош. Ваші експонати давні, вони завжди тут були, так? Да, ікони появляються в музеї після революції. Їх сюди стали приносити для того, щоб спасти. И собралась большая коллекция икон, вот. Но война, 42-й год, оккупация, здесь были румыны, часть икон, большую часть икон они вывезли. Вот. Но что самое удивительное, что после войны кое-что вернулось к нам. Вот. И у нас хорошая коллекция икон, старинные иконы, вот здесь представлены иконы, начиная с 16 века. Тобто всі створені на півдні країни, так? Більшого в Одесі. Так, більше. Ну тут було багато іконописців, художників. Зала Івазовського.
Вот у нас большая коллекция картины Айвазовского. У нас в зале представлено 15 его работ. И вот тут немножечко к истории дворца можно добавить. Вот здесь вот у нас такой есть узкий зал. Известно, что когда это была усадьба, здесь стены были стеклянные. То есть здесь вот как раз был зимний сад. И вот наш самый красивый центральный танцевальный зал. Наш необычный паркет. И наши амуры, которые смотрят на посетителей. И вот здесь, вот эти окна выходят к морю, на морскую сторону. И в один период истории здесь был балкон, и здесь был спуск в сад. И все эти склоны, они были засажены, это был сад Потоцких. А поскольку это две соседние усадьбы, то вся эта территория называлась Сады Потоцких. Ой, какой. И можно было спуститься вот прямо к морю. И вот прямо под центром нашей усадьбы находится вот наша волшебная пещера, наш грот. Тут кто-то зараз танцует? Нет. Нет, давно не танцевали. А ты выступала? ХСФ. В 14-м, в Серебряковском. В самом последнем. И как вам? Вы бачили це? Ну, это определенный культурный шок, конечно. Наш легендарный 14-й зал. Вот здесь проходил концерт. Вот он недавно отреставрирован. Он был закрыт под реставрацию. Вот сейчас вы можете увидеть, что из этого получилось. Да, ну это другой сучасный простір выставковый, да? Угу. Тут сделан потолок новый. А что останнего часа відбувалося тут якісь акції, концерти? Сегодня. Прямо сегодня приходил музыкант, Питер, композитор. Вот я не спросила, откуда он. И он... Іноземець, можливо? Іноземець. О, я бачила, як він виходив. Да, вот он сегодня пробовал, как звучит наш рояль. Угу. Он экспромт какой-то сыграл, совершенно потрясающе. Да, так что я думаю, что тут будет скоро какой-то концерт. Вау! Ему очень понравилось, как звучит наш рояль, какая тут акустика. Старинный рояль, но вот я не скажу, с какого момента он тут появляется, этого я, к сожалению, не знала. Я выросла здесь, я еще девочкой была, мы ходили с мамой здесь, в общем, и дети мои здесь выросли тоже. Вот. Ну да, это любимое место, я очень рада, что я здесь, в общем-то, работаю. Вы мрили тут працювати? Да. Мрія сбылась. Мрія сбылась. Супер. Мы могли таки не побачити. Это тоже вот такая одна из наших загадок. А вот так спокойно, это ж нагревается, это все так? Нагрело, да. А як вас тут взимку? Прохладно. Да, палаццо палити не проста штука. Зал, в котором мы с вами находимся, это такой дорогой зал в сердце всех одесситов. Здесь собрано одесское искусство, вот начиная с 60-х годов, 60-е и 70-е. В Одессе как раз тогда зарождается нонконформизм. Нема директора, так? Нема директора, да, но присутствие его все равно есть, да. И эта работа, она тоже так очень символична. Это 1988 год, это такая современная живопись, и это последняя картина, которая была куплена музеем. Вот на этом закупки прекратились. Мы получаем очень много подарков. Вот, да, привлекаются спонсоры, донаторы. Вот, да, музей картины не покупает. Вот это была последняя. Будем оказать крайнее, как у нас скажут. Будемо сподіватися, що скоро будуть така можливість, да, приобретати.